Роб Брайден, ведущий торжественной церемонии вручения кинонаград БАФТА, охарактеризовал ее своеобразно – выборы в Уганде. В эту шутку он облег то, о чем в кулуарах говорили практически все. Лауреаты премии были известны заранее. Во всяком случае, отрыв фаворитов казался настолько очевидным, что неожиданности были исключены. Эмма Уотсон в нынешнем году стала обладательницей самой престижной награды фестиваля – титула «Лучший британский актер года». 24-летняя звезда таким образом продолжила плеяду, в которой ранее блистали Кейт Уинслет, Дэниел Крейг, Хелена Бонем Картер. Будто бы на контрасте вторая по значимости премия отошла Джуди Денч, которая в будущем году отпразднует 80-летний юбилей. Она получила свою награду за выдающийся вклад в индустрию. Она не выносит никакого сочувствия. Если после дня на съемочной площадке, а малобюджетные фильмы чрезвычайно трудозатратны, сказать ей: «Джуди, вам стоило бы отдохнуть», знаете, она вполне может врезать вам между ног. Это после 2-х операций на коленках. Также за наградой на подиум в этот вечер поднимались актеры Марк Руффало, Роберт Дауни-младший, комедийная актриса Джулия Луи-Дрейфус и режиссер Майк Ли. Роберт Дауни-младший, удостоенный премии имени Стэнли Кубрика, подтвердил студии Marvel свое намерение продолжить работу над образом Железного Человека в третьей части многосерийного блокбастера.